каждый визит гостей для этих детей – праздник. Пациенты детской туберкулезной больницы вынуждены проходить здесь лечение от полугода до полутора лет. Представительницы городского совета женщин в этом учреждении впервые, но моментально смогли найти общий язык с малышами. Вы нужны не только своим папам, мамам, вы нужны еще всем нам. Всем, кто сегодня работает в этом лечебном заведении, начиная с главного врача и заканчивая нянечками, кто каждый день неусыпно, неустанно следит за вашим здоровьем, кто помогает вам справиться с этим недугом. Столько подарков пациентам детской туберкулезной больницы еще не дарили. Куклы, конструкторы, машинки и книги. Каждый выбрал себе презент по душе. Самые смелые тут же проверили на прочность резиновые мячи. Игрушки здесь нужны всегда. Учитывая, что у нас длительное продолжение лечения, и поэтому обрабатывается, учитывая, что это все-таки инфекционное заболевание, очень часто они приходят, очень быстро приходят в непригодность. И поэтому мы всегда благодарны всем, кто нам приходит с подарками. Не секрет, что не только лекарства помогают справиться с болезнями. В лечении важно хорошее настроение пациента, особенно маленького. В такой игровой комнате детки никогда не будут скучать. Всем большое спасибо! Сегодня детская туберкулезная больница заполнена полностью. Всего здесь 90 коек, 60 в стационаре и 30 в отделении восстановительной медицины. Игрушки по душе для себя подобрали пациенты всех возрастов. Ирина Попова, Сергей Доровских, новости ОТН.